The NATO summit has got underway in Warsaw, aiming to show resolve amid a perceived threat from Russia. It's expected to agree formally to send 4 battalions with 3,000 to 4,000 troops to the Baltic states and eastern Poland. Britain is sending 650. The aim, to reassure countries that NATO is ready to defend them while trying to avoid antagonizing Moscow. Stability of the Euro-Atlantic region depends on security beyond our borders. While we should stand by our defense commitment, we must enhance cooperation with all partners, both in the eastern and southern neighborhood. We are not surrounded by enemies. We are surrounded by challenges. Ukraine is not a member of NATO, but President Poroshenko has been invited and will meet allied leaders on Saturday. President Obama has called for sanctions on Moscow to be maintained until it fully complies with a ceasefire agreement in Ukraine and to help Kiev defend its sovereignty. The Baltic states and Poland fear Russia will seek to destabilize their governments. The Kremlin argues that talk of a threat from Russia is absurd and says it hopes common sense will prevail. Блок НАТО выдвигает свои войска к России на аванпост. Плакаты эти на каждом углу в Варшаве. Тема защиты от российской угрозы в повестке саммита доминирует. Зачем им эти новые батальоны, ракетные позиции, аэродромы и склады? В субботу в Варшаве завершился воистину исторический саммит НАТО, на котором военный блок принял решение о качественном изменении своего отношения к России. Россия уже не партнер, а цель. Понятно, что на словах это звучит как укрепление обороны на восточном направлении, но агрессивное продвижение к нашим границам новых баз, аэродромов, ракетных позиций, складов, новых командных пунктов и центров связи не оставляет сомнений, что Североатлантический договор готовится к войне. Блок НАТО, который в своей истории еще никого не защитил, но покрыл себя позором в ходе агрессивных военных операций в Югославии и Ливии, теперь наращивает свою инфраструктуру и военные возможности непосредственно у наших рубежей в Прибалтике и Польше. Туда же перебросят и новые войска. Речь пока о батальонах, но задача этих батальонов – создать условия для возможности быстрого наращивания контингента НАТО у наших границ. Понятно, что России придется реагировать, но ничего чрезмерного. Возможности для этого есть. Многих заставила удивиться наша воздушная операция в Сирии. Но есть у нас и то, что показывать мы не спешим и даже упоминаем осторожно. Как, например, на совещании по военно-техническому сотрудничеству, фрагмент которого показали в пятницу. Россия инвестирует в разработку передовых оборонных технологий, расширяет спектр поставляемые продукции. Это от стрелкового оружия до новейших средств ведения воздушного и морского боя, которые способны изменить соотношение на любом театре военных действий. Новым было приглашение на саммит НАТО президента Украины. Украина для НАТО – антироссийский таран. Порошенко свою страну полностью сдал, развалил, сделал самой бедной в Европе и все еще толкает на войну. Опросы показывают, что украинцы, даже без учета территории Донбасса, в НАТО не хотят. Для Порошенко это лишь повод для его бессмысленной улыбки на ритуальных натовских фотосессиях. Пока он ищет место, позу и наклон головы, Донбасс находится под ежедневным обстрелом. По данным ООН, опубликованным в субботу, число жертв среди мирных жителей в июне оказалось рекордным с августа прошлого года. 12 погибших, ранено 57. Обстрелы идут из минометов, артиллерийских систем и даже из установок залпового огня, что точно запрещено Минскими соглашениями. Понятно, что ответный огонь идет и со стороны Донбасса, но все в целом для Порошенко – отмазка не менять Конституцию, не принимать законы о местных выборах, вообще ничего не делать для прекращения братоубийственной войны. НАТО все это лицемерно устраивает.